Вместо локального ремонта – тотальный. Ленинск и Кузнецк приступили к ремонту одной из главных магистралей города – проспекту Ленина. Если последние 10 лет она видела лишь ямочный ремонт, то сегодня работы будут по всей ширине дороги. Приступили мы к ремонту проспекта Ленина. Водители прекрасно знают, что в достаточно плачевном состоянии была большая колейность, доходила до 15 сантиметров. Ну, небезопасно было, так скажем, передвигаться, особенно в дождь и в зимнее время. Уже неделю подрядчики ведут демонтаж бордюрного камня, готовя площадку под технический тротуар. А вчера приступили к фрезерованию. Снимают старый слой асфальтового полотна. Будут уложены два слоя. Один выравнивающий, 7 сантиметров. Сверху будет уложен так называемый щема, слой асфальтобетона с толщиной 4 сантиметра. Он более долговечный, там используются определенные добавки. Он более устойчив, так скажем, к образованию колейности. Объем работ достаточно большой. Необходимо заменить дорожное полотно на площади 55 тысяч квадратных метров. Со всеми примыканиями, парковками, заездными карманами для общественного транспорта. Сроки сжаты, да и погода будет диктовать свои условия. Сроки достаточно сжаты. Понимаем, что сентябрь месяц, у нас погода неустойчивая. Ну, просьба к жителям войти в положение, потерпеть, потому что ремонтные работы будут выполняться в том числе и в ночное время. Водители, заметив тяжелую технику на проспекте Ленина и предупреждающие знаки, снижают скорость и пропускают друг друга, чтобы не создавать заторов. А еще лучше, планируя свой маршрут, выбирать удобные пути объезда. Галина Ильина, Василий Обухов, Ленинск ТВ.